очень рада вас сейчас всех видеть. Сегодня мы сыграем программу такую достаточно эклектичную, то есть состоящую из множества элементов. Там будут и джазовые моменты, и классические, ни одного джазового аккорда, и народные темы. Ну, в общем, мы предлагаем вашему вниманию следующую программу. А и для начала хочу представить наших музыкантов. Ай Григорян, труба. Владимир Владычкин, тенор-саксофон. Роман Хайн, бас-гитара. И Евгений Аман, труба. И первая тема... А, я Ксения Кимова. Первая тема, которую мы сыграем, называется «Like a Blues». Что-то типа «блюз». Thank you.
следующая тема, она более такая подвижная будет, и называется она C major song.
Thank you.
ненадолго прервемся, но скоро мы вернемся. Мы торжественно открываем второе отделение. Во втором отделении у нас будет преимущественно звучать народная музыка с классическо-джазовыми элементами. Синкретизм. Первая вещь, которую мы сыграем, называется «Коромысло». Thank you.
наш блок такой вот весьма медленный, весьма спокойный. И следующая вещь — это баллада, которая называется «Нурб». И в переводе с армянского языка это означает «нежно». Thank you.
следующая песня, она вообще не джазовая. Она как раз-таки скорее больше классического звукового направления. И называется она Homesick, что в переводе с английского означает «тоска по родине». Thank you.
следующая песня немножко попозитивнее, называется она «Connection». Thank you.
второе отделение будет медленное. А сейчас прозвучит произведение, которое называется «Колыбель». Thank you.
в заключение нашей программы мы сыграем песню, которая тоже особо не страдает изобретательностью названия. Фа-мажор. Thank you.
Александр Бах, Владимир Владимирович Сатон, Роман Кайлов, бас-гитара, Евгений Янов, ударник.